Здравствуйте, с вами снова я и Финляндия. Сегодня пятница, хороший у нас день, солнечный и теплый, можно сказать. Ну, теплый для Финляндии, плюс 13. Ну, солнце. Видите, какая хорошая погода. А вчера так хорошо вечером было, уже было где-то минут без 10-10, а у нас такое солнце, так тепло на балконе, у меня просто красота была. Сейчас же, значит, я сходила за продуктами. И покажу вам, что я купила. Ой, что я принесла. Все вам покажу. Взяла вот два молочка. Опять лому. Молочко — это коровы, которые гуляют по свежей травке. И такое точно. Вот видите, лому написано АБ йогурте. Йогурт. Вот. Я взяла его. Хочу, может быть, оладушки сделать. Я так его не люблю. Ну, обычный йогурт. Без добавок. Не сладкий там, ничего. А вот для оладушек он хороший. Настюша моя собиралась приехать ко мне сегодня вечером. Так я оладушек сделаю. Вот 4 сладких сырка. Вот эта баночка. Я крышку сняла, выкинула. Я не знаю, тут было нарисовано это клубника. Я думаю, что это какой-то крем клубничный может быть. Или что-то взбитое. Банка такая керамическая. Видите, красивая. Что-то написано. Это на французском это что-то написано, и упаковка была. Она просто что-то была немножко мокроватая, поэтому я сняла. Вот такой колбаски. Полкилограмма упаковочка. Мне, конечно, тоже сколько не надо, я буду делиться. Вот такой итальянский маленький-маленький моцарельчики. Мини, видите? Моцарелла мини с итальянским флажком. Ой, они вкусные, я их очень люблю, эти маленькие. Вот сыр чеддер. Тоже люблю его. Вот такой батон. Написано батонки, бройлеры. Вот там, видите, булочка и кусочки курочки. Я думаю, что он тоже вкусный. Вот. Он до сегодняшнего числа, вот до 10-го, я его вечером покушаю. Вот такая большая пицца Денис, она с креветочками. Это у меня Настюша любит креветки, вот ей будет пицца. Она вот до завтрашнего, завтра я ее на обед сделаю. Вот такой большой лоток, 340 кило, видите? Курица в соусе, такая курица в соусе. Я думаю, тоже вкусная. Вот такие сосиски Балкан. Вот написано 62% мяска. 62% обычные, вот такие, без этого, без оболочки. Вот, вот два таких маленьких цукини, кабачочка, один лимончик, помидорчики. Два вот таких вот, какой-то один морхленький такой и один нормальный, нектаринки. Вот этот разрежу, посмотрю, если плохой выкину. Такой большой-большой пучок зелени. Настюша, у меня любит зелень. Вот, зелень для нее взяла. А это вот, видите, такие вот баночки. Нескле написано. Капучино. Это вот эти капсулы. Кружки какие-то. Капсулы кофейные. Которые... Ну, у меня же нету такой машины, да? Вот. Я попробую их открыть. Это мне давали такие тоже. Открыть, просто высыпать в этот самый... В чашечку вскипятить молоко и залить молоком. Посмотрим, что из этого получится. Если будет вкусно, покушаю. Невкусно, значит, не покушаю, не попью. Помидорчики такие маленькие. Хорошие такие помидорчики. А вот это то, что сегодня было. Вот видите, молочко, йогуртик, курочка. Вот Настюша приедет у нас кушать. Ешь, что я с Ниной поделюсь? А нам столько с Настюшей не съесть. Почти 1 кило 400. Я сделаю вечером в духовке половину. Половину Нине отдам. Ну, сосиски оставлю себе. Колбасу отдам Нине. Вот. Ну и вот этих вот половину тоже кофе могу Нине отдать. Сырки оставлю. Молоко оставлю, наверное, все. Настюша мне любит молоко пить. Вот. И батон этот оставлю с этим. Ну, короче, посмотрю. Там у меня еще в холодильнике, в морозилке много всего. Могу Нине отдать, отнести. И потом зашла в магазин Стокман, а там это вот предлагают такой вот крем. Вот.
Вот он, видите, по скидкам 15,90, а так он стоит 22,90 люмине. И здесь вот в каждой такой штучке вот таких вот два вот таких вот кремика люмине прицеплено. И один этот, я думаю, это тональник или что это, не знаю, надо у Наты моей спросить, что это такое. Он тоже, вон, видите, сейчас он стоит, где тут написано? Да вот, тут написано. Сейчас он стоит 23,90, а вообще 31,90. Вот это, возможно, с серым даже. Ага, не. Интенсивный какой-то люмине, наверное, это серум. Вот. В такой баночке. А крем в таких вот. Ну, вот я много их взяла. Это я просто три штучки специально вам не сняла с картоночки показать. А эти вот поснимала, видите? Просто поснимала. Вот. Такие кремчики. Ну вот, все вам показала, все вам рассказала. Еще раз вот, видите, покажу. Такое вот то, что принесла. Такое вот то, что будем мы с Настюшей кушать. Вот. И, ну, и Нине, конечно, будет. Мне ж не жалко поделиться с Ниной, с ее мужем. Опять мне там задают эти все глупые вопросы. Вот он, муж Нинин гуляет, Нина гуляет. А почему Нина сама не ходит за продуктами? Дорогие мои, я уже 150 раз отвечала и в личку отмечала этому человеку, который постоянно интересуется. Да не ходит она по той причине, что муж ее, Лев Вильямович, он ходячий. Ну, у него проблемы с головой, понимаете вы это или не понимаете? Я уже намекала людям, люди не понимают. И она его не оставляет дома, у нее закрыты все электроприборы, он в холодильник не лезет, он просто вот тупо сидит у компьютера, все остальное Нина делает сама. Поэтому она его не оставляет. Вот и все. На этом заканчиваю свой рассказ. До новых встреч. С вами была я и Финляндия. Подписывайтесь на мой канал, на канал моей дочери Наталья П. Пишите английскими буквами. Пока-пока.